участники бега на 1500 метров все-таки дошли до решающей стадии. Елену Соболеву нам показывают, 30-летнюю спортсменку, рекордсменку мира в помещении в этой дисциплине. Шикарная спортсменка, которая пережила непростые времена. И снимем шляпу и скажем: молодец, Лена, что она борется, что она до последнего сейчас борется уже с собой, скорее всего, и не оставляет это главное дело. Ну а это против лома нет приема, посмотрим, если нет другого лома, как говорится. Абеба Аригави приветствует ее шведы. Но шведка она натурализованная, из Эфиопии она прибыла не так давно, в 2009 году переехала в Стокгольм, гражданство получила в июле 2012 года, теперь выступает за эту страну. На Олимпийских играх в 2012 году могла бы побороться, ну, если не за победу, то за тройку, за пьедестал почета, но не получилось. Произошла такая для нее драматичная ситуация буквально за круг до финиша, когда прозвучал колокол, перед ней выросла Морган Юсени и упала, и сбила темп самой Аригави, хотя Аригави шла впереди. Ну, здесь, если бы вот нам сказали выходить ей на дорожку или нет, мы бы сказали, не надо выходить, можно прям сразу повесить золотую медаль чемпионата Европы на ее шею. Ну а далее за второе, за третье место будут разбираться. Пошла Аригави вперед, и совершенно она не хочет там разбираться где-то. Буквально полкружочка или там кружочек была еще в этой компании. Ее скорость, ее скоростная выносливость такова, что она позволяет сразу оторваться от всего коллектива. 3:58:40. Эти цифры говорят сами за себя. То есть уровень этой спортсменки на порядок отличается от уровня других конкуренток. Ну, а что касается наших девочек, то Елена Соболева в этом году имеет результат 4:11:02. Конечно, если бы вот в той своей форме былой Лена находилась, когда она бежала дистанцию за 3:58:28, то не поздоровилась бы эфиопке, а ныне шведке совершенно бы не поздоровилась точно. А что касается Светланы Подосеновой, 4:10:47. Светлана дважды была в призах на чемпионате России в этом году. Второй призер на дистанции 1500 метров. Бежала также 800-метровый отрезок. И в беге на 800 метров взяла еще бронзовую награду. Отпустили беглянку, шведку куда-то вперед, никто за ней не понесется, никто никому в голову не придет. Самое главное сейчас нашим девочкам, вот Елена Соболева, она тоже очень любит лидировать, и эта тактика не принесла ей больших дивидендов в предварительном раунде. Мы помним, что и Светлана Подосенова, и Елена Соболева добирались по времени в финал, вот благо скорости не были такими. Ой-ой-ой-ой-ой, Елену Соболеву тоже наступает ей кто-то там на ноги, не обратила я внимания, кто сбивается темп для Лены. Хорошо, что не упустила она сильно, но вот так вот судьба периодически отворачивается. Все-таки надо у судьбы заслужить милость. Еще одну предпринимает попытку Елена Соболева выйти вперед. Может быть, правда, что и не надо отсидеться бы вот за спинами. У кого за спинами, смотрю, есть здесь и Родригес. Родригес, очень известная представительница сборной Испании, 33 года. Бронзовый призер чемпионата мира 2011 года. Серебряный призер чемпионата мира в зале 2010 года. Держится сейчас Родригес за нашими девочками непосредственно. Ну и чуть-чуть впереди Лаура Мюр, 19-летняя представительница Великобритании. Но с ее стороны, я думаю, что это настоящая авантюра. Опять изменение ситуации в борьбе за вторую позицию. Тут рядышком совсем и Светлана Подосенова, и Елена Соболева. Гонг уже, гонг для Абеби Аригави. Ей осталось, ну, буквально 150
6 метров пробежать. И какая же борьба идет за второе место. Сейчас Светлана Подосенова борется за пьедестал. Не знаю, получится ли. Нет, вперед уже вышла. Родригес, да. Вот наши девочки чуть-чуть, к сожалению, теряют контакт. А это жалко, а это очень жалко. Изабель Мациас, испанка, вторая. Да, вторая, одна из двух испанок, не Родригес, конечно, а Изабель Мациас, финалистка чемпионата Европы в залах 2011 года. Да, именно она вмешалась в спор за награды, и Елене Соболевой, и Светлане Подосеновой, вот, к сожалению, не повезло, сделали они все, что могли. Мациас, вторая. Бронитовская Катаржина, польская спортсменка. Третий результат 4:14:30 у Мациас 4:14.